Торнадо Энерджи. Это шквал энергии, ураган эмоций и настоящий вихрь из 11 невероятных вкусов. Торнадо Энерджи. Мощный заряд энергии. Здорово, братва. Начну, пожалуй, с самого интересного. Вышел очередной прайм-набор, который называется «Ретро-волны». Я его себе уже получил, и вы это тоже можете сделать. Что входит в этот набор? Значит, ну, традиционно медальки, 2D-стиля ретро-волны, декали, как их называют еще, блин, и эмблемки для танков, ну, один день танкового премиум аккаунта, разумеется, боевые задачи на X5 опыта. Кроме того, на складе в режиме поставки из тыла можно взять 2 награды из 6. Ну, тут 4 прем-танка представлены и, как говорится, шоколадка там с боевыми задачами на X5 опыта. Так как у меня все прем-танки в ангаре из этих есть, я их в аренду взять не могу. Аренда дается на 10 дней. Я вам крайне рекомендую попробовать поиграть на Скорпионе. Это очень точный танк, только имейте в виду, светится, зараза, светится. И обязательно поиграйте на S3 с механизмом заряжания. Вы прям реально кайфанете. Потому что у S3 с механизмом заряжания, если вы ранее никогда на нем не играли, вы прям реально получите огромное удовольствие. Потому что это правильная система дозарядки. Вы пока в бою отсутствуете, да, ну ни с кем не перестреливаетесь, у вас 3 снаряда в барабан заряжается. Как только вы начинаете перестреливаться, у вас первый снаряд заряжается так же быстро, как на обычном цикличном орудии. Вот, единственная проблема там небольшая, это с тем, что основной снаряд это подкалибер. Вот, то есть надо им уметь еще пробивать. Хотя летит быстро, то есть по дистанции там тоже работать приятно. Короче, если вдруг вам понравятся эти танчики, вы после аренды сможете их со скидкой через уникальные предложения прем-магазина выкупить. Короче, очень хороший набор. Вот, к сожалению, в этот раз без командиров, но компенсируется остальной жирнотой, скажем так. Если вы не знаете, как себе его подключать, заходите на сайт Протанки ТВ, там прям сразу у вас выскочит большая плашечка, и по этой плашечке вы сможете ознакомиться с инструкцией. На самом деле там все очень просто. Вы берете аккаунт Амазона с подключенным Prime вот этим вот, как он называется, с активированным этим набором ретро-волны. Заходите в свой личный кабинет ВГ и присоединяете его, там есть такая штучка, привязать Amazon аккаунт. Привязываете, все, заходите в ангар. Там, ну, сейчас достаточно быстро, кстати, приходит в течение получаса, но может в редких случаях задержка до 24 часов быть на начисление. То есть это все уже автоматически вам на аккаунт от ВГ приходит. Поэтому если все сделали правильно, совершенно спокойно ждете, когда придет. Если где-то что-то не понимаете, ошиблись, пишите через форму обратной связи человеку, который вам поможет. Вот. К вам на указанную почту придут все его контактные данные. Прямо ему пишите, говорите, какие у вас проблемы. Все ребята адекватные, они отвечают и помогают. То есть они заинтересованы сделать вам хорошо. С этим разобрались. Еще раз говорю, ссылочка в описании на сайт Протанки ТВ. Теперь, что касательно остальных новостей перед наступающими выходными. Значит, ребят, первое напоминание. Не забывайте, что сейчас вы можете в режиме «Стальной охотник» поучаствовать в турнире. Надо серию из 10 хороших боев откатать в «Стальном охотнике». Вот, для этого нужно обязательно принять участие в этом турнире по кнопочке. Я в одном из своих видео это делал пару дней назад. Зайдите, примите, активируйте, так сказать. Также через мою группу в Телеграм, там тоже этот пост есть. Также, если вы прошли финал турнира в рандоме, который на танках 8 уровня 1-1, да, то есть в топ 10 тысяч игроков лучших попали, не забывайте, что в эту субботу-воскресенье, в субботу групповой этап, а в воскресенье уже финал самых лучших. Ну, те, кто попадут в самые лучшие, я думаю, вам напоминать не стоит. Также, ребят, не забывайте, что сейчас на выходных идет акция с очень хорошим предложением, где можно в 2 раза дешевле приобрести расходки. Ну, там, доп-пайки, ремкомплекты, огнетушители, вот это вот все. Медицинские наборы, все со скидкой 50%. Если вдруг вам потом потребуется, всегда сможете за те же самые
кредиты, которые потратили, приобрести. Главное — дождаться окончания акции. То есть это все очень выгодно. Также, ребят, в данный момент проходит, точнее, заканчивается у нас режим разведки боем. Если не успели докатать 50 боев в топ-10, попадая по опыту в своей команде, обязательно докатайте, там дни премиум аккаунта, они как бы вас дожидаются. В понедельник это все отключат, и вы уже, ну, как бы пройти все эти этапы не сможете. Вот, так что, если будете катать в эти выходные, катайте в режиме разведки боем. Также, если хотите попробовать собственноручно патч 1.17.1, общий тест его уже доступен. Можете зайти покатать совершенно спокойно там. Единственное, что из новинок, там только обновление на линии фронта. Я скоро в одном из видео более подробно это все расскажу. То, что вот общую информацию, то, что там режим «Железный век», по-моему, называется, для глобальной карты, уже подвезли туда, внутрь клиента. То есть есть вероятность, что у нас уже в июле будет очередной сезон на глобальной карте, скорее всего, ну, с наградными чифами, там, вот этим вот всем. Пока что подробностей нету. И самое главное, разработчики анонсировали уже на июль секретный режим, который называется «Веселый рандом». Я посмотрел арты этого режима, и, похоже, там что-то будет связано с физикой, потому что там нарисованы танки, которые ездят, грубо говоря, по потолку. То есть одни танки едут тут, другие заезжают как-то под какими-то углами там наверх, вверх башнями находятся. В общем, не знаю, ребят, ощущение, полное ощущение, что это будет какая-то веселуха для взводов из 2-3 человек в том числе. Вот, в рандоме, ну не в рандоме, а в отдельном режиме. Режим будет ограниченный по времени, как вы понимаете. Вот, еще раз напоминаю, если вы хотите набор ретро-волны, сайт про танки ТВ, читайте инструкцию. Если вам все понятно, подключайте к себе на аккаунт и получайте все плюшечки оттуда. Не забудьте взять 2 прем-танка в аренду. Пока-пока!